Всем привет! 24 июня 2024 год. Покос травы качественной в уссурийске леской, диском. Вот сейчас покажу диском. Чуть-чуть просто обозначу, заканчиваю участочек. Вот три ночи ночевал, трое суток косил два участочка. Вот. Соответствую, победил хотя бы дождь. Ну, на YouTube-канале Владимир Стороженко все работы есть. Телефончик для заказов +7 924 123 24 44. Сейчас немножко просто обозначу оборудование, штиль, покос диском, и потом сделаю обзор двух участков, которые получилось, слава богу, сделать. Аппаратура работает. Ступаем на чистое. Вот выпущено чисто. Ну, здесь я леской работал. Ну, сейчас обзор сделаю, качество покоса, на что вам надеяться. Ну, те, кто попробовал, всем нравится. Значит, смотрите, вот огород, все под землю лесочкой прошел, два триммера у меня, значит, двумя триммера штиль 250 работаю, один нагрелся, вторым, вот, и вот прошел сначала лесочкой, все сделал, да, канавки. Все повторяю, рельеф, все выкашиваю. Там если шершни, там мосы на участке, тоже все у меня есть. На комарник, там плащ резиновой химической защиты. Там от дождя и от насекомых, там все, там если вот змеи на участке, там вот есть у меня участок, змеи, там шершни, осы. Все победим, соответствую. Вот так, видите, все. Это второй участок. Три ночевки. Три дня. Вот сегодня заканчиваю. И вот участок. Здесь вот. Ну, 22 сотки. Ну, так, 18. Там еще перед домом. Вот. Вот так, по рекомендациям. В том году делал тот участок. Вон, где стажки, видите. Вот еще, смотрите, особенность сегодня осенила меня. Покошено, а травы нету куч. Да? И... так ее вроде как нету, тоненьким слоем. Я перемалываю. Это немножко дольше времени занимает. Ну, как бы оборудование стирается. Но зато вот не надо собирать вот это стажки, да? Вот, заказчику. Вот, вот, таки, вот такое качество, да? Вот тоже делал вот вчера, позавчера. Вот сегодня и вчера, да? Начал. Вот так прошел лесочкой. И... потому что здесь колючая проволока, тут близко не подлезешь к забору, да? Конечно, диском. Там он огородик все выпилил, там вообще все классно. Евгения Андреевна ухаживает, там все, клубничка, помидорчики, там огурчики, все дела. Вот, вот такое качество. Сейчас вот заканчиваю. Здесь полынь. Да, здесь вот трава будет, ее надо будет собирать. Но это чуть-чуть. А тот участок сделал эксклюзив, все леской сделал. Хотя там тоже такая же трава была высокая. Вот. Все, выполним и ваши заказы. Покос в уссурийске +7 924 123 24 44. С WhatsApp, с Telegram. Больше видео на YouTube-канале Владимир Стороженко. Ну и показываю физические нагрузки. Потому что вот мне помогли... посоветовали препараты, которыми я восстановил суставы. Ну, там оно от всего. Там матрица здоровья восстанавливается и беременным, и спортсменам, и кто летает из зимы в лето, и детишкам там, и беременным.
Вот, и поэтому показываю на своем YouTube-канале физические нагрузки. Зимой машинист котла, там из тайги что-то собираем с леса, с моря, с речки. Там позитив, чтобы на душе был, вот котятами занимаюсь. На работе там кошки беременные, там, ну, я забираю домой, вожусь, а потом пристраиваю котят в хорошие руки. Вот, позитив, да. Ну и душонку спасаешь, живые. Вот 4 котов пристроили в 2023 году весной, 2 себе котов оставили, красавчика и фартового. Фух. Осенью пристроили 6 котят в хорошие руки, спасибо людям добрым, помогли. И вот сейчас 5 котят уже подрастают, уже месяц и 2 недели. Классные котята, пушистые, там вообще спортивные. У них там тренажеры из черного бархата Лиана, они там лазят. Ну, на моем YouTube-канале есть там. Гирькой занимаюсь потихоньку, маленькой, 16 килограмм. Спортивное метание ножей там, ну, если встретите на моем YouTube-канале. И всегда сетевой маркетинг. 28 лет в сетевом маркетинге. Продукции для красоты, продукции для здоровья. А вот, рад быть вам полезным. Вот такой участок, да. Все, работаем. Плюс 7-924-123-24-44. Желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспектива всех сфер жизни, верные друзья. YouTube-канал Владимир Стороженко. Чтобы всегда помогал Бог.